Давай нарисуем твоего внутреннего демона. Если ты девушка, нарисуй девушку. Если парень, парня. Если ты когда-либо прогуливал школу, сделай кожу необычного цвета. А если нет, покрась в тон своей. Если ты любишь животных, сделай волосы длинными. Если нет, короткими. Если ты плакал, когда смотрел мультик «Король лев», сделай светлые волосы. Если нет, темные. Нарисуй демонические глаза, если любишь тяжелую музыку. Если нет, сделай цвет своих глаз. Нарисуй клыки, если ты конфликтный человек. Добавь рога, если у тебя есть хейтеры. Добавь украшения по своему желанию. Так выглядит мой внутренний демон.